Пятый всероссийский фестиваль массовых танцев на льду обещал много новых открытий. Собственно, ради этого сюда и съехалось 30 коллективов и дуэтов со всей страны. Каждый номер – спектакль со своей драматургией и яркими костюмами. Здесь, например, персонажи известного детского мюзикла. А здесь совсем другая стилистика танца. Главное – передать его характер. Сегодня 30 номеров, мы на 6 часов здесь. Победители все, кто уже выходит на лед, потому что так тренироваться. Это любители, фигуристы, да, это не профессионалы, они приезжают не за медалями. Да, приехали не за медалями и разрядами, но с достаточно хорошей спортивной подготовкой. Да, двойные прыжки многим здесь под силу, хотя главное это все-таки артистизм и выразительность образов в этом бурлескном карнавале масок. А вот для женской пары возрождения Анны Гусевой и Татьяны Корнишиной фигурное катание – любовь с детства. Но заниматься им они начали с выходом на пенсию. Это в 60. Волнуемся. Первый раз выступаем вдвоем. Так только с ансамблем выступали, а сейчас вот парный номер. Как тут не вспомнить, фигурному катанию все возрасты покорны. И те, кому за 50, и те, кому за 70. Главное, что все у них получается. Жюри оценивало спортсменов по 6 номинациям. Золотой лед, серебряный лед, лучший образ, лучшая постановка и, наконец, лучший старт. Это касается самых юных участников. У них все еще впереди, и участие в этом грандиозном гала-концерте запомнится им надолго. И не только им. Сергей Берзин, первый мытищинский.